Итак, маленькое видео по ключам сгоревшего инвертора. Если обратить внимание, то часть ключей из 16 штук посажены на термопрокладку и имеют изоляторы. Часть ключей посажена напрямую на радиатор, который является, если я не ошибаюсь, дополнительное охлаждение шины. И вот там вот, если посмотреть ниже, видите, изолятор еще идет, который отделяет верхнюю часть радиатора и снимается тепло. Короче, вкратце, ребят, чего не хватает вот этим ключам? Здесь пока непонятно, сколько ключей сдохло, но вот этот тоже на один переход вышел из строя. А он визуально целый. Здесь повреждено визуально 2. Опять-таки, когда я их выпаю, тоже будет понятно. Ключи здесь идут РФ. Все 16 штук. Ну, для тех, кто не догадался, не хватает здесь термопасты. И вот сейчас буду выпаивать сгоревшие ключи. Заодно вот эти вот буду все садить на термопасту. Контакт у них будет через винт. А лучше будут они прилегать к радиатору. Суть такая. Радиатор имеет шероховатость. И ключи неплотно прилегают к нему. Соответственно, отвод тепла с них будет хуже вот из этих центральных, да, чем у вот этих крайних. Потому что здесь идет термопрокладка, который обеспечит лучший отвод за счет шероховатости. Как-то вот так вот. Вроде бы лежат они ровненько. Если посмотреть, вот один поднял. Вроде бы видно, что полностью он должен, по идее, лежать. Но, судя по радиатору, то, что я вижу на термопрокладке, такое ощущение, что вот кусочек его только упирается в эту резиночку. Но если посмотреть сбоку на ключи, вроде бы они плотно прилегают на резиночку. То есть, может быть, банальная причина — перегрев. Хотя здесь есть термодатчик. Так что вот такая вот петрушечка. В общем, буду менять, смотреть. Ну а фейерверк, наверное, ждите в прямом эфире в следующий раз. Всем удачи, всем пока.